У нас два Я часа на минутку осталось. отойду за чаем. Хорошо? Хорошо. Будет кто-то афкашить без предупреждения, я подняю сразу на пугов. Да в ранах тоже не сидим, блядь, Сумон потом не просит. Касается Эконфлай. Что, я тут жрать наложил и подойду. Сейчас протопало с умом, трэш пойдем здесь. Войд, я быстро 2 минуты доем и приду, хорошо? Бен, ты как всегда в своем репертуаре. Пошли, трэш. Так, Велин каски, я кресты, Бьянка кулаки. А ДК есть впереди? За свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей Форды. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучением. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится перед своим королем.
Поехали, танки. Что вы долго трэш сливаете? Ну, собрались, да? Я ж в ШП остаюсь. Верните отряд, да я на вас снимал. Кто там бьет? Лизи пока в курике, если... Ресните меня кто-нибудь. Вернитесь кто-то, ресните. Ваш путь закончится, так и не начавшись. Никто не смеет... Дайте сразу столик маленький. Да, мать, столик. Значит, кто не понимает, объясню. Рыба, впереди. Ролим шмот. По групповой системе, если вам нужна шмотка на офспек, на второй спек, и вы ее хотите носить, нажимаете кубик. Потом, когда, если кто-то скажет, что эта шмотка ему нужна на мейн спек, то мы ее, ну, распределим по-другому. Но роги, допустим, талики не ролят, маги не ролят волю, чтобы такого не было. Не случайно, никак, да, чтобы такого говна не было. Учимся вести себя правильно. Кстати, осколки. Осколки забирает ВВ. Осколок один ВВ, а второй, не знаю, я, наверное, заберу. Если там никому не надо. Чекнул. Тайна первая? А, ну и тайна-то забирает. Будете забирать. А, дай, вы дайте мне кулак по роге. Один осколок. А вот здесь. Не роли. Ну только один пускай заберет. ВВ один остался осколок. Рога готов. Да. Запускайте. Плеть накроет этот мир волной смерти и разрушения. Постой-ка тут. Thank you.
получу хватку. Встань во фрейм, пожалуйста. Сразу бежим, не стоим. Ману резаем на ходу. Иннеры, чтоб все на КД были после боссов. Два иннера вижу, еще два осталось. По хилам раскидывайте. Вам удалось сквозь пелену лжи сразу вырывается, разглядеть источник истинной силы! Посмотрите на свои руки! И стойте под мордой у мобов с топорами. Задумайтесь над нелепостью их строения! Что пульсирует в жилах, все это говорит о вашем... Как же заебали! Вот нахуя ШП роль агильное кольцо? Какой ШП? Да вы че ебанутые, вам че Войд говорит, а? Какой ШП? Получше. Я скорее всего, я еще не особо разбираюсь, чем не надо. Так ты смотри. Я увидел, что там есть сила заклинаний и дух, поэтому взяла вроде как. На следующий, ты не то взяла. Ну ничего, она отдала, все хорошо. Не надо ругаться. Я отдам, если я не то взяла. Мы дружная гильдия, мы не должны ругаться без повода, без каких-то там доказательств. Просто так не сотрясайте воздух. Он порол бы выше, на это кольцо. Получай хватка, дай гимн на ману. Должны быть хорошими людьми. Байте, бафайте, пожалуйста, кулак и каску Роги пока. Лапу пристабав. Сейчас дам приста. Кулак, дайте по Роге. Можно Рога сядет на боссе? Ну, чтоб трэш не бил. Да. Запускаем. Кулак, дайте по Роге паладины. И пристопав. Капец. Да давал, пристопав уже раз 100, наверное, блин. Бьянка, кулаки раздавай. Ебаться. Энимал, поднимай. Лица. Ты
Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Хавчика не взял. И дочери Орды. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем!
видите? Что это там? У тебя там шипышка собран? Да-да. Но там получше, чем у прицела он сделан. Получше, наверное, это плота. Чего? А, нет, не плота, а пальпация на шипе тоже. Но не знаю, придет ли. Это надо было другого кого собирать? Так нечего. Заходи ка. Ну глянешь, там он полностью собран. Вот все, что можно лисово, я выбил, короче. Ой, ты тут? Насчет этой чередой ты не сказала мне. При пуле, когда и взять ее? Блять, нажимаешь коварный удар пару раз, вешаешь на себя мясорубку. На пул можно до этого, можно после. И потом череду. Ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Оружейники, огонь! А вот эту мясорубку вначале лучше стакать ее до 5 комбо-поинтов или пофиг? Два хотя бы. Если по 2 стака вешается, то 2, 3, там 4. Можно 3 раза тыкнуть, 5, чтобы было. Не обязательно 5. Главное, чтобы она висела всегда. Ух, я ебла! Вовку еще надо трюк. А не хочешь ты здесь на волю, чтобы поставить ответственного? А то сейчас все шипы паролят ты волю. С чего ты взял? Воля бис на шипы. На мага тоже. Как пароля, так и отдадут. Не сря я говорю. Буду рулиться на волю. Что тебе? Не, ну просто хотя бы, знаете, на Трине, здесь и на Синдре. Я уверен в том, что в нашей гильдии не сброд какого-то быдла, каких-то уёбков, а нормальные люди сидят. И я хочу это видеть в каждом рейде. Не, ну точно, вот все ДКшники будут ролить волю, все вары и все хенты, это по-любому. В чем проблема? Я здесь, чтобы забрать его тело. Не все? Ну, не все, так когда не все. Ты автоматически кидаешь ролл. Тот же самый, что написать команду ролла. Только команда ролла напишется в желтый чат, а вот эта кубик, она в зеленый пишется. Где вот этот результат броска там и так далее. Все те же самые механики, те же самые роллы, тот же самый рандом. Он был бы в безопасности. Так дайте мне бафы. Каску, престол, эликсор. Пойду через темный портал один. Не, ну просто вот понимаешь, пойти, к примеру, паладином, то у него там 3 спеки, то выходит, что он ему все нужно с этого долга, если собирать. Там, как ты говоришь, оп, спек. Сколько там секунд осталось? На мейн один спек ролится. Гоните, когда будет 5. У паладина только один конкурентный спек, это ретрик. Остальные, блять, полипалы и протопалы ты где-то видишь, их очень мало. Ну как бы есть, но те, кто РС 25 герц, их людей очень мало. Thank you.
Славик, АГП вообще отнимается? Или она постоянно копится? А сколько там? 10%. И ЕП, и ГП. А слово экстрас что означает? Чего? Ну я журнал ГП открыли по ГП. Тут написано снижение 10%, баз ГП 500, минет 0, экстра 10%. Экстра, что это такое? Забыли там. Он вылетел. ДПК забыли. А. Воля! Вот! Мне же можно, можно рулить на ШП? Сейчас начнется. Мы похороним тебя. Не знаю, что у вас там начнется. В награнде, рядом с матерью. Может, кто-то распылить пытается? Я на продажу порулю. На продажу по приколу. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Заходите. Ну и кто забрал ее? Я! Ну ты еще тут, извините за выражение, пиздел что-то, блин. Я их развалил там. Кто там постоянно что-то выкрикивает, блядь? То песни у него поются, то еще что. Кто это? Thank you.
Кибаемся. Танки, не стойте. Хилы уже с фуловой маной ждут, когда вы ворветесь. Контроль сейчас раздадим. Где с эти люди? Клота за контролишь квадратик. Этого хватит. Остальные вниз идем. Контроль, бегите вниз. Танки подведетесь сюда, где два тотема стоят на ступеньках, чтобы мы вас хилить могли снизу. А че это валькирии летают?
Так, отпейте ману 10 секунд. Киньте иннер кто-то из двух, у кого без КД на меня улипал. Один иннер остался, киньте кто-то. Дайте кулак по роге, пожалуйста. Все. Рыба в центре. Дайте еще крест по магам. Ой, ты же кресты даешь. По магам дай, пожалуйста. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн не победил войны короля Лича. Теперь наши силы едины. Спасибо. Доксанай был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Это заклинание еще не готово. Насладитесь болью. Моя чаша полна. И прольется кровь. Насладитесь болью. Моя чаша полна. Трепещите перед прольется кровь, ибо сила сферы питает меня. Моя чаша прольется кровь. Насладитесь болью. Не сейчас. Сзади в этой зоне. И прольется кровь. Моя чаша полна. Насладитесь болью. Темная сфера сделала меня неуязвимым. Как говорит Варенька, сливаем шары нах. Вот этот колечко паучья хватка, вот тебе оно и нужно. А чары трекинанцы там носят? Руки. Отчатки. Жена я которая. Чонки что ли? Да. Вот, вот этот, вот это и багруха с этим. Багруха у тебя есть, ну вот и с этим ты, в принципе, сделал. Второе кольцо это пепельного союза. Командира клуба за контроль, филиппийцы за контроль правого. Престол графитный с кольцом с корабля играет. Ну, не знаю, я с ним играю. Либо графитный нет, только кольцо с корабля играет. Плата же будет. Ребят, объясните Присту, что ему нужно только одно кольцо из двоих. Паучья хватка, посмотри, какие у меня шмотки. Вот такие тебе, в принципе, и надо.
У нее пока заряда кольца нету, почему это можно как альтернативу пока использовать. В принципе, дружелюбие уже должно было быть. В принципе, колечко можно уже брать. Пепельный союз? Да. Второе кольцо. Равнодушие. Равнодушие? Да. Ну пока ходи с двумя этими, потом одно заменишь. С корабля ставишь, а это заменишь. Так, получи хватку, дай мне на ману линии. Бас, диспел. Сауроночка, окей, секунд 5 уже. Что значит весь шмот себе заберет? Вы о чем? Маги, обновите МК, пожалуйста. Скелесета два кольца упало, или что? С ребра два кольца падало, больше ниоткуда не падало. Там кольцо, штаны и голова вроде бы. И что ты мне пишешь, Серафим, я понять не могу. С кораблей и я отдала два кольца. Что которые были... Я не понимаю, мне люди пишут в этот... У тебя с кораблей кольцо и с совета кольцо. И что? Ты кольца, там магу эти кольца не нужны. Я тебя не понимаю, маг. Выпало две шмотки, она заролила. В чем проблема у тебя? Вот это кольцо магу нужно, оно, не, оно по-моему упало тоже. А. Ну выбьешь еще что, оно заролило. Она заролила, пусть носит. Иди, она вообще была. Или ты лучше ее, я не понимаю. Сколько сролил, столько его носишь шмот. В обычке так, это в Гере у нас одна шмотка для лича, одна после. Обычки обновить всегда есть, да. Знаю. Все, ДК начинает. Надо подождать. Это было неразумное решение. Продолжение следует...
ближе. Какая жалость. Не поможи, сука. Кто там не вынес? Просто тупой, блядь. Ну, как бы не зря минус заметки. А после льда и мёта. Кто это был? Босс. Так. Mass Dispel. Клота гимномана потом на... У тебя не получилось. Там танк упал. Так, ну резайте. Здорово, народ, у вас слотов нет случайно? Нет. Он такое. Ой, чуть-чуть вперед приди. Дайте им на ману, пожалуйста. Ты точно кнос разбил сейчас так? Да. Получая лапка гимноман. Я мертвая. А, ну тогда Филипп. Бля, и спад там он не сбегается. Кнос, ты слышишь, ВРК? Присани что-то вред. У тебя все в порядке? Присты через рыб. А тут один брис. Диспелем рейд, масс диспел просто. Гимн хп есть. Войт, гимн хп есть. Имплантация АФК, что ли? Я вас что-то не понимаю, ребят. Отказываемся все от багрухи. Может кто дживс поставить? Не отказываемся от твоей смерти. ГЦ. Лото ГЦ. С их помощью мы пробьемся через зал. Спасибо, у меня как раз маг маленький. Да продай лучше нафиг, ты чё? Зачем одевать? У меня маг, ты только вот мне на эту неделю обнула. Ах, мажор будет с багрухой.
Мак, обнови МК, пожалуйста. Да, Мак, 3 КГС, но с багрухой. 3.6 уже. Слава, срочно отойти надо. Срочно иди. А вы на ком пошли, на чёмку? Взгляд вы прожимаете, блядь, что-то прожимаете, резайте маму. Пять секунд спою. Кажется, Крок забагался. Или не побежал. Иннеры отдавайте, 2 иннера вижу на КД, 3 на КД, 4 геймер, иннеры отдавайте. Жалкие создания, умрите! Простите. На Новый год X5 включали? Нет. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление.
Восстаньте, чемпионы серебряного... Жалкие невежи. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Если он шмаляет. Может быть, ты и прав. Я сказал, что ты сообщил тебе о том, успеха. Не останавливайтесь. Убейте Синдрагосу. Вот она, герои. Кому же под силу очистить это пристанище нечестивости? Благодарю вас. Впереди вас ждет нечестивости. Постарайтесь сохранить все части тела. Вы на ком? На вальке. 30 секунд белого, ты иду быстро. Чё с рука упала? Оля, ешьте рыбу, пожалуйста. Ваш. У кого химия еще есть? Боля, багруха упала, сейчас еще Талик упадет. Дядь, филипец. Кстати, дайте крест, пожалуйста. Крест там. Спасибо. Копытца, соло захилишь рейд? Я спекнулся. А ты кто? Женя, сова. Филипец, соло, рейд, два друида, два паладина, шаман на вальках. Так, летаем за звездой. До света всех. Два иннера, которые без КД, сейчас Филипцу зальете. Еще один. Киньте МК по хилам. Джис надо вам. Ну сиди на рейде, значит, Филипцу. Погнали, я что поставлю этот... На жирного пета кину. Начинаем. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Я
Там вы найдете спасение, герой. Вы найдете спасение, герой. Это заклинание еще я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Не забудьте взять квест. Я открыла портал в изумрудный сон. Я излечилась! Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями! Приветствую. Да какой так хилитель? Не сука, я... Опа, очнулся гипс.